Смотри, как там носит. Сейчас подходили. Зашли в город. Ну, не планировали вообще идти. Уже как-то поздно. У нас очень много перемен. А в этом... Сегодня, вернее, Ой, что это? Блин, чуть не встала. Это крыло птицы, да? Это птица. Как птица? Это крыло от птицы. Оторванное крыло. Да. Вон кость прям видна. Блин. Ну вот, пострадала, значит, в буре или кто-то сожрал. Прикиньте, такая, бегу, такая радость, такие крылья на все крылья пообломали. Хотела снять, но сейчас, наверное, не получится. Вот там ударяла волна, и прям пелена на целый вот этот вот метр, наверное. Да, и долетела из этого, из центра, как он называется, рогач. Ух, какие волны. В общем, что я хотела рассказать. Приезжаем мы сейчас в город. Пойдем в ДМ, дочка прям настаивала. Я опять получила подарков много, карточку от соседей, друзей наших. О, сегодня прям метет. Но сейчас мало, видишь, ночью как выносит, еще на 2-3 метра. И мы прошли в проходе, в котором я в прошлый раз не была. Украшен очень красиво, каждый год вроде как бы атмосфера одинаковая, но все-таки украшения складывают по-разному. И так прикольно, но буря очень много перевернула декора и порвала. И мы с дочкой пока фотались, все это сложили, прибрали, привели в порядок. Ну, в общем, ништяк. Домики стоят очень много, кстати, для продажи. Даже в том проходе поставили, наверное, чтобы все не кучковались в центре. Я хотела что сказать? Я хотела сказать большое спасибо за поздравления, которые мне писали напрямую на канале, потом через другие мои сети социальные и голосовые сообщения. Ну, естественно, многие люди, которые мне писали, звонили, они не смотрят мой канал. Но, конечно же, я также их поблагодарила. 2 дня подряд очень многие написали, от кого я реально не ожидала, и было очень-очень приятно. И так, сейчас нам надо будет, наверное, убегать отсюда. Хотела сказать вот, что какие у нас перемены. У нас новый перевозчик в школе, и классно. Мы сначала испугались, как это будет, что будет. Сегодня утром заминка была, он не мог найти нас. Я уж думала, он или нас нет в списках перевозки. Ну, именно от дома уже такое было. Потом оказалось, он просто, ну, там, немного заплутал. И что огромный плюс, перевозчик, он большой, так сказать. Не то, что было вот первых 4 года у нас. И они привозят, увозят от дома и привозят к дому. Меньше их крутят, вертят вокруг. И один и тот же водитель утром и ведь, ну, если после школы. Очень классно, очень удобно. Надеюсь, так тогда система и останется и продолжится в таком же ритме. У нас через 2,5, ну это море, наверное. Через 2,5 недели у нас каникулы. Так что я очень удивилась, что именно сейчас какую-то систему стали менять к Новому году. Обычно, если что-то новое, то оно появляется после Нового года. Так, что-то еще хотела я вам интересного рассказать. Что-то тут даже лампочки эти после Дня мертвых. Так, наверное, мы назад пойдем. По такой погоде иногда эти дельфины. Ого, как тут прокатило. Ох-ох-ох-ох. Так, подожди-ка. Сейчас меня чуть не сдуло. Пойдем, котик. Ну, погода, видите, у нас ливень. Вчера меня утром разбудил гром среди неясного неба. А... Что-то у меня от ветра аж все мысли выдуло из башки. И всю ночь ливень был. Температура около 6 градусов. Не минусовая, но все-таки достаточно неприятная. Штормит не переставает очень долго. И вот редкие такие солнечные дни, все остальное время туманы и дожди. Так, что же я еще хотела что-то заострить внимание? А, по каналу. Так, ну правда тут так дует, я не знаю, меня, наверное, не слышно будет. Подождите, вот так опять я встану спиной к ветру. По каналу сейчас очень система поменялась. Я не буду в детали, я просто наглядный пример приведу, хотя есть несколько других каналов достаточно больших. Да, подожди, нет.
больше 200 тысяч там и подписчиков, масштабные каналы, и то у них, ну, не проблемы, нет, не сказать, но заминка с, как бы это вам детальнее как-то, в общем, их рекомендуют даже своим же подписчикам плохо и редко, и там очень плохая система, ну, не раскрутки даже, а типа промоции канала, ну, и вообще очень много сейчас всяких штрафов, всяких загвоздок, правила постоянно меняются. Вот буквально, по-моему, с 22 числа новые ввели. Но там, правда, не ограничения, но опять всякие там вот права, вот, вот это, обратите внимание, то 5-10. В общем, система постоянно, ну, не сказать, что хуже становится, но строже, это факт. И вот канал один, кто смотрит, вообще Добрый Медведь, парень, у него больше 200 тысяч, и можете посмотреть, по-моему, это будет, был уже последнее видео на его канале, вы поймете, в чем дело. В общем, люди призывают ставить лайки, там, подписываться, например, кто не подписан, и вообще комментировать не для того, чтобы он зарабатывал, чтобы там как-то супер продвигался, а именно даже для постоянных зрителей, подписчиков, чтобы был доступный канал. Я уже не раз замечала даже, ну, каналы, которые я смотрю регулярно, причем, которые я комментирую, которые я там лайкаю, мы с людьми очень даже ВКонтакте. Это и большие, и такие более-менее маленькие каналы. И все равно у меня блокируют именно, ну, типа, выход новых видео. И если вы заметили, сейчас показывают немного по-другому, подписывается видео, там, первый, второй, третий вышел, в какие-то странные блоки закидывается. Короче, что я хотела сказать. Во-первых, спасибо всем, кто комментирует и активен. Во-вторых, не бойтесь, не пугайтесь, потому что люди часто, если не видят комментарий под видео, ну, предполагают, что вроде как... Но это канал, где, ну, не обсуждается какая-то, возможно, тема, и типа комментарии не обязательны. Я редко когда говорю, прошу, но вот сейчас хотела на этом заострить внимание, не только для пользы канала и для меня, но и для вас. Потом еще прочитала вести, что вот здесь шатер, который был, это был концерт и ярмарка, и мастерская для детей, но ее отменили из-за, видите, очень плохой погоды, шторма. И поэтому программа изменена. Я сниму еще видео, но не отсюда музыка орет новогодняя, так что мне надо выключаться.